Всех приветствую на моем канале. Честно, я хотел выбить кацин, ибо мне нужен для коллекции легендарный электроперс. Ведь новые легендарные электроперсы, если и будут, то к середине, к концу осени. Ну, может и в начале. Выпала же мне Кали. И на самом деле, я рад ей. Ведь эта милая Волька, главная террористка Манштата, хорошо глушит рыбу и также хорошо раздает люлей всем, кто хочет ее обидеть. И короче, я расскажу вам про то, как я пока качаю Кли и как ее вообще можно собрать. Арты и рушка на ней позаимствованы с других персонажей. Спасибо Янфэй и Ганьюй. Начнем с главного. Кли у нас пирокаталистка, которая атакует бомбочками и, используя заряженную атаку, создает небольшой взрыв перед собой. Навык позволяет Кли бросать большую бомбу, которая при взрыве разбрасывает вокруг маленькие бомбочки, которые в итоге тоже взрываются. Ульта же вызывает грохот и искры, которые дамажат врагов вокруг. На этом о боевой мощи Кли закончим. Теперь поговорим про оружие для Кли. Берем чистое 4-звездочное. Личное поставил на Кли Песнь Странника. Хорошая книжка на крит урон. Можно поставить на нее еще катализатор из БП на шанс крита. Либо взять ивентовую книжку на силу атаки. Либо из магазина Пайман взять что-то подобное. Артефакты. Я попробую играть от заряженной атаки, поэтому ставлю странствующий ансамбль. Но для простых атак и навыков лучше подойдет Алая Ведьма или Алая Ведьма плюс Гладиатор. Ну и если играете всегда по щитом, то хорошо зайдет Встречная Комета. И проступающего Палави не забывайте. Ответ для Кли. Для нее, честно, подойдет много кто. И Синсю, и Беннет, и Сахароза, и Фишель, и даже Диона. А теперь я расскажу вам про один из главных минусов Кли. Это